мы идем гулять с собакой. Сядь, посиди. Сядь, посиди, Даню с Сашей подождем. Да. Подождем Даню. Вот так вот. Да я сказала. Он весь вечер вчера вот так вот. Мой. Боже мой. Сиди. Сколько эмоций, а? Лежать. Нет. Не бесим? Нет. Лежать, сказала. Он уже понимает, что гулять и весь это. Сидеть, сказала. Лежать. Место. Нет. Лежать. А я думаю, что это за бабушка идет в шарфе? Довольный, хвостом мотает. Не дают. Да, я вижу свои. Свои, да? Что не гладишь-то? Давай. Все, свои. Свои, да. Не глажу, потому что не уверен. Да. Ой. Что, ты меня даже запомнил, что ли? А то. А Саша гладь. Не гладит. Саша боится. На, гладь. Да. Все. Он же не кусает, это он требует, чтобы гладили. Ну, гладь меня. Не бойся, никто тебя не съест. Красивый, Пёсик, красивый. Красавец, да. Дыня, не балуй. Пойдем гулять. Пойдем. Вот маму можно. Что? Пойдем гулять. Да гулять мы идем. Гулять. А я так и гуляю. Слонячий. Красота. Ветра нет, тишина. Просто вообще. Белый снег. Решили слепить снеговика. Снег вроде и липкий, но что-то не схватывается, разваливается. Сильнее, наверное, надо, конечно. Давай. Перелет. А! Вот они, зимние забавы. Маму нельзя. Сейчас спина широкая, хорошо. Все. Вышла понаблюдать за нами. Домой, хорошая. То все ушли, скажи, да? Пошла на охоту. Видишь, куча компостная лежит. Ее посади на эту кучу, как будто она часть земли. Ну да, она, расцветка-то у нее такая. Учиться. Вот они на рыбку прибежали.
что, скоро и рыженькая вырастет, будет такая же. А ей сколько сейчас времени-то? 2,5 месяца. Маленькая еще. Жулик. Мы пошли прогуляться в магазин. Идем, какие-то ворота открылись. А что это нам открыли ворота или нет? Да? Ничего себе. Господи, какие елки. Ровненькая такая прям. Сосна. Сосна? Да. А, ну я... Все равно красивая какая. Деревья высокие. А вот это участок Лолиты Милявской. Наверное, или для охраны, или для прислуги. А сам-то дом там в глубине. Деревья какие высоченные. Ну, она говорит, редко сюда приезжает. Дождалась я снега-то. Ой, какая красота. Ой, какая красота. Главное, ни ветерка, ничего не колышется. Только вот огромные деревья. Ой, девчонки, что хочу вам сказать. Мы завтра собирались ехать к моей маме и сестре. Сегодня позвонила сестра и говорит, мама слегла. Так что мы завтра поедем. Ну, просто уже на ночь глядя мы не поехали. Там негде особенно остановиться. Вот. Но она прям не то, что там. Просто отказывается есть, лежит. Но все нормально, узнает. Вот. И надеюсь, что все нормально будет. А может, еще и встанет, и все будет путем. Он хочет спать. Может, давление что у нее. А так она у меня, конечно, женщина-то очень сильная. Ну, в общем, завтра поедем. Ну, я все равно позвонила Косте. Сказала, он говорит, мам, надо же, и ты в Москве оказалась. И... Вот. Ну что делать, это жизнь. И как ты не понимаешь, что у тебя матери столько лет, а к таким вещам, наверное, никогда не будешь готовым. Ну, конечно, расстроилась, не могу. Ну, надеюсь на лучшее, несмотря ни на что. Новый год продолжается. Все. Отстрелялись. Пока мы гуляли, тут вон оккупировали кровать мою. Вон как.
Вот так мы лежим хорошо. Она. Кто как? Нет, только самой маленькой. Рыженькой. Девочки мои дорогие, что сейчас было, я решила вам рассказать. Ой, вот бывает же такое в жизни. Пришли, мы прогулялись, сходили в магазин, пришли. Я вся у меня внутри, все трясется, что мама слегла, что там. Звуковое сообщение приходит от сестры. Я уже со страхом открываю. Она мне говорит, мама отошла. Ну, говорит, это была реакция, видно, что-то на сахар. Но я уже этого, видимо, не слышала. Ладно, значит. Ну, мама умерла. Я ей ответила, говорю, Марин, мы завтра приедем, сейчас уже что, надо же там похороны. Ну, я вообще не в себе. Ну и давай, короче говоря, давай Косте звонить сыну. Говорю, Костик, бабушка умерла, то да сё, он, ой, ну, в общем, это. Я говорю, что делать, он что делать? Хоронить. Ну, в общем, там вот эти вопросы такие. Ладно, поговорили. Я говорю, я завтра тебе позвоню. У меня все внутри. Ну, сами представляете, да? Смотрю, опять пришло звуковое сообщение от Марины. Думаю, ну, что-то хочет договорить. Слушаю. Она говорит, ты меня не поняла. Мама отошла, встала. Я, говорит, ей дала таблетку, ну, от повышенного сахара, и она встала. Боже ты мой! Я говорю, господи, а мы уже все бабушку хороним. А давай Косте звонить. Костя только улыбается, скажет, вы тетки сумасшедшие. Не, ну я так и поняла, да, ну, как говорят, отошла в мир иной, но... В общем, дай бог моей маме еще долгих-долгих лет жизни. Ой, ну ладно, я прям рада. Слава богу. Вот так вот, девчонки, бывает. Ой, ну вот, и не знаешь, что сказать, ну. Так что, мамка, живи долго-долго. Лапуськи, а я с вами прощаюсь. Время уже позднее. Ой, такой стресс пережила. А получилось и смех, и грех. Так что, мои дорогие, пусть все у вас будет хорошо, как у меня сейчас. Все. Спасибо, мои дорогие. Пока-пока.